2022 год – это год синего водного тигра. И я вам сегодня расскажу, в чем нужно встречать Новый год для того, чтобы весь год вам сопутствовала удача. Если вы хотите абсолютно бесплатно получать от меня информацию по тайным знакам, снам, психологии мужчин и женщин, а также парапсихологии, то вам нужно стать участником моего вайбер-сообщества либо группы WhatsApp. Внизу под этим видео вы найдете ссылочки на мое вайбер-сообщество и на группу WhatsApp. В чем же встречать Новый год? Ну, прежде всего, водный тигр любит такие цвета, естественно, синий. Также черный, далее цвет серебристый, золотистый, все оттенки коричневого, все оттенки зеленого. Но если вы будете в каком-то из этих цветов в новогоднюю ночь, то тигру будет абсолютно фиолетово, потому что год тигра наступает 1 февраля. И в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января тигр еще не придет, он даже не будет находиться в пути. Я вам советую 1 февраля надеть одежду такого цвета, и тогда весь 2022 год вам будет сопутствовать удача. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, ваша Наташа.